Телеканал КРТ представляє. А якщо ви були міністром культури, яким чином би ви організовували саме рівень культури, підняття цього рівня? Що ви конкретно зробили? Ну, вы знаете, я, честно, никогда не хотела быть министром культуры. Я считаю, что министр культуры у нас Вова Быстряков, он очень сильный. Вижу вот таких вот... В журналистике вижу вот вас, Кацабу, Дениса Жарких. В идеологии и в телевидении, как строить телевидение, вижу очень хорошо в основном... Евгения Мураева, вот видите, он рожает каналы и уходит, он супер в этом, он знает, как это делать. Я бы скорее бы шла на МВД или на СБУ, или на министра обороны. У меня и характер для этого есть, и все. Но если бы все-таки так бы, я бы начала бы с того, чтобы разобралась бы вначале бы в самом Министерстве культуры, кто работает. Один министр тоже, сейчас на меня все набросятся, те клерки и все. Потому что они меняются, окружение остается, которое, ну вы понимаете, он не все знает, что они даже делают. Угу. С чистого листа нужно начинать. Если начинать, нужно как бы всех... Звільняти и набрать. Звільняти и набирать людей. Только тех, кто действительно в своей жизни что-то сделал. И, допустим, ты директор этого театра «Левого берега», отвечай у меня замом чего-то. Ты директор того, будь замом чего-то. Я бы лучше начала бы с города Киева. Потому что сейчас нам село вообще не поднять пока. А на области бы отдала бы по такому же приему, вот как бы, вот все директора, которые работают в театрах, или замы, или режиссеры, они все должны войти в руководство к министру. И должны быть и все, и экономисты, и все по городу, и также киношники, и телевидение, чтобы честно распределять, допустим, деньги по всему городу, а не только одному театру или кто с кем дружит. А вот... И чтобы на примере этого уже каждый регионалы делали это у себя. А еще подивитися, как раньше робили, а еще там, например, нема в якомусь селі театру, там есть только Дім культури, то там детей возили до театров, там робили какую-то экскурсию. Тобто сейчас не пускают школярів, хотя бы теоретично давали им возможность побачити, что такое там театр, что такое там інші моменты. Не бажаєте, что вы, в принципе, эту практику потрібно якось да нет, она должна это возродиться, практика у нас. Сейчас вот многих школьников карантин отправили, и они даже покупали билеты в театр, но сказали, не дай бог, пойдете в театр, вы же болеете, должны быть дома. Ну, я понимаю, чтобы не заболели. Но русский театр, вплоть до увольнения директоров, заучи, не дай боже, они говорят, ну, там же є и украинские же выставы, и дуже гарно, там дуже гарні выставы идут. Нет, вплоть до увольнения. А раньше, конечно, детей водили в школу, они смотрели прекрасное. Знаете, что такое? Вот ребенка приведут на хорошую постановку, он один раз увидел, и он на всю жизнь оставил, у него любовь к театру. И я всегда говорила нашим министрам культуры, не давайте просто деньги, куда попало. Придите в театр, посмотрите, хороший театр, а не только потому, что он украинский. Вы посмотрите, что делается на украинском языке. Ребенок пришел, видел, сказал, боже, телефоном во все разные стороны смотрят. И не давайте больше, а хорошо, наоборот, дайте, развивайте.